На этой неделе участники строительного дня обсудили ситуацию с расселением аварийных домов в микрорайоне Пироговский. По договору развития застроенной территории жители 4 трехэтажных домов по улице Советская переедут в новые квартиры. Проект был утвержден 4 года назад, но строительство затягивалось. Сейчас строится первый стартовый дом, который вот сейчас доложили застройщики, что третий этаж. Вот. И к концу года, ну я так оцениваю, ну, я менее оптимистично оцениваю, да, думаю, что где-то к весне 2018 года, чтобы не обольщаться, будет этот дом построен и, естественно, запущен под первый этап расселения, первых двух домов. И в 2018 году, думаю, что к сентябрю где-то будет расселено два жилых дома. Далее планируется строительство еще одного 17-этажного дома, в который въедут оставшиеся переселенцы.